Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня, как всегда, работаю обычным деревенским фермером. Давайте возьмем свою мотыгу, свои семена пшеницы и отправимся на работку. Наконец-то, ребята, я так давно не мог работать фермером нормально, потому что вот, ребята, сколько бы я ни работал, вот серьезно, я ни разу не работал нормально, всегда что-то да происходит, потому что у меня деревня, вы сами понимаете, это, ребят, такая вот тема интересная, но надеюсь, что сегодня ничего не будет, ребят. Сегодня все будет хорошо. Так, ну-ка и... Накаркал, ребята. Накаркал. Я, посмотрите, полиция приехала к кому-то. Видимо, у кого-то сегодня большие проблемы, да, ребята. Видимо, кто-то вызвал полицию. Обычно у нас не вызывают полицию. Обычно у нас решает все местный шериф, когда что-то плохо. А когда прям очень плохо, вызывают полицию. Смотрите, сейчас полиции нет рядом с машинами. Она, видимо, приехала и куда-то пошла. Видимо, к дому какому-то. Какого фига у меня лагает Майнкрафт? Я не понимаю. Меня это бесит. А еще меня бесит, что я заговариваюсь. Фух, ребята, все, давайте, потому что я обычно снимаю много видео подряд, это сделано для того, чтобы я хотя бы мог погулять немножечко, потому что, ребят, сами понимаете, видео у меня каждый день, и из-за этого я не всегда могу выйти на улицу и подышать свежим, черт возьми, воздухом. Какого хрена у меня лагает Майнкрафт? Я ненавижу свой компьютер, я ненавижу эту игру, ребята. Так, давайте дальше заниматься фермерством, мы не будем обращать внимание на какие-то глупые... Ребята, как же хорошо живется мне. Ох, обожаю, когда Майн лагает. Так, все, я не могу с этим играть. А еще, знаете, в чем загадка, ребят? В Майнкрафте у меня FPS, сейчас скажу, у меня 1000 FPS в Майнкрафте, и Майнкрафт все равно лагает. Какого фига, ребят? Я не понимаю, он у меня лагает. У меня офигенский мощный компьютер, который я собирал своими руками. Он никогда не лагал, и вот последнее видео 5, он меня начал дико лагать, а никакие моды не добавлял, ничего такого не добавлял, ребята. Я это, ё-моё, ненавижу, блин. Я вот серьезно, это терпеть просто не могу. Меня это, ой, как бесит, ребята. Это меня просто реально вымораживает. Так, хопа, ладно, давайте вот это вот все. Все равно лагает. Смотрите, ребят, графика уже отстойная, а майн все равно лагает. Вот, видите? Он дико глючит, и это просто невозможно. Так, ладно, давайте будем все-таки заниматься, так сказать, фермерством. Я назад включу свою графику любимую. И так, все, ладно, ребят, давайте, окей, заниматься фермерством. Ха, нифига себе, ты, Компот, смелый, тебя разыскивает полиция, а ты тут фермерством занимаешься. Чего? Какая полиция? Полиции у меня дома никакой нету, вообще-то она приехала куда-то сюда, и что-то я ее нигде не вижу, житель. Ха, нифига себе, такое натворил, еще и не помнит. В смысле? Че я такого сделал? Ну-ка там, ну-ка рассказывай давай им все. А ну-ка говори, что там произошло, что случилось? Чё, это ко мне полиция приехала, а зачем? Смотри, это видеозапись. Давай-давай, так, посмотрю сейчас, давай-давай. Офигеть. Ребят, кажется, меня опять взломали. Да как так? Ох, ребята, как же фигово иметь аккаунт, который постоянно взламывают. Я такие пароли обезбашенные ставлю. Разработчики Майнкрафта, пожалуйста, разберитесь с этим. Не знаю, добавьте еще какую-то двухэтапную аутентификацию. Не знаю, сделайте что-нибудь. Меня постоянно взламывают, ребята. И что теперь делать? Меня в очередной раз взломали, и меня сейчас 100% будет искать полиция. Ё-моё, что же делать? Блин, и что вот реально мне теперь делать? Меня же реально будет сейчас искать полиция. И... Чё? Там полиция, ребята! Ё-моё, она проверяет дома по одному. Тихо. Так, ребята, я в кузницу. Я в свою кузницу. Ля-ля, тра-та-та-та, поля-ля-ля. Ё-моё, ребята, реально меня, кажется, полиция ищет, потому что меня взломали. Смотрите, ребята, меня взломал какой-то хакер. Он что-то там делал под моим аккаунтом, и теперь меня-то ищет полиция. И как я ей объясню, что меня реально взломали? Нужно им очень долго сейчас сюда сказывать. Блин, ребят, мне нужно скрыться, пока полиция в деревне. Мне реально нужно скрыться. Но вопрос, как мне это сделать? Ведь полиция будет прочесывать сейчас все дома. И рано или поздно она меня все равно найдет. Тихо, вы это слышали? Откройте, полиция. Черт, ребята, полиция пришла. А, как мне спрятаться? Где мне быть? Ребята, тихо. Куда мне залезть? Пишите в комментариях. Я не знаю, куда мне спрятаться. Я кажется, знаю, ребят. Давайте я залезу под кровать. Черт, ребята, они там стучатся. Тихо. Давайте застраиваемся. Так, все, тихо. Я буду сидеть тут, ребята. Че,
Они там зашли или нет? Ребята, вроде тишина, да? Эй, здесь кто-нибудь есть? Черт, кажется, здесь никого. Ладно, уходим. Ух, ребята. Тихо, нужно вести себя очень-очень тихо. Так. Ушли, ребята, они ушли или нет? Ну-ка, давайте выходим потихоньку и... Ну-ка, давайте вылазим. Да, они ушли, ребят, все отлично. Они ушли, черт, я чуть не спалился, ребята. Меня чуть не нашла полиция. Черт, а что ж мне теперь, ребят, делать? Как мне теперь быть? Как мне спрятаться и куда мне теперь бежать? Ребята, пишите в комментариях, потому что я не знаю, что мне делать, ребята. Все зависит лишь от вас. Давайте, ребят, помогите мне, пожалуйста, как-нибудь. Я не знаю, что мне делать. Так, тихо, давайте вдох, выдох, вдох, выдох. О, идея, ребята. Если ты мой очень старый подписчик, ты помнишь, я как-то скрывал однажды жителя от полиции. Потом он, оказывается, меня обманул. Я ему построил суперсекретный дом, и полиция его не нашла, ребята. Слушайте, так давайте я себе такой дом запилю. Почему бы, собственно, и нет? Построю суперсекретный дом, только нужно это делать быстро, пока не видит полиция. Так, полиция, по идее, не видит. И да, она там еще стоит, ребята. Так, окей, давайте построим дом где-нибудь вот тут вот. Да, ребят, почему бы и нет? Вот тут вот под блоками у нас, значит, будет домик. Так, тихо. Давайте, ребят, ломаем, значит, эти блоки. Вот тут вот я буду временно жить. Так, отлично. Так, ё-моё, до чего я докатился? За каких-то хакеров я прячусь в какой-то холодной земле. Так, ладно, давайте, значит, прячемся. Так, не забываем закрывать все за собой, чтобы было беспалево. Так, теперь мы должны сделать какой-нибудь выход. Ну, наверное, вот такой, собственно, и сделаю. Так, теперь мне нужен мод, который называется Secret Block. Так, где он у меня? Ага, вот он у меня. И мне нужен люк отсюда. Да, люк. Отлично, ну-ка, работает. И да, работает, только я хочу с этой стороны сделать люк. Вот так вот, да, давайте проверим. И да, ребят, смотрите. Реально незаметно. Так, отлично, теперь мне нужно взять лестницу. Так, где тут у меня лестница? Где-то была у меня лестница, она была где-то вот здесь вот. Да, отлично, ребята, блин, уронил лестницу. Подбираем, ставим. Все, ребята, лестница готова, так сказать. Я могу теперь вылазить. Теперь мне нужно, так сказать, построить тут что-нибудь, чтобы выжить. Идея. Для начала мне нужно окна-блоки сделать, чтобы наблюдать за происходящим миром. И сидеть, когда полиция уедет, так и да, она приезжает. Так, вот эти стекла, это стекла, так сказать, тире что-то, какая-то фигня. Так, я, кажется, только что допустил ошибку в построении, да? Да, ребят, смотрите, это очень криво все работает. Давайте, знаете, как тогда попробуем? Блин, не знаю, у меня, наверное, не получится окна сделать тогда. Может быть, как-то выкопаться, не знаю, что ли. Ладно, окей. Обойдемся, ребят, без окон. А вот двери, я думаю, что стоит поставить, если, допустим, меня полиция все-таки найдет. Она пробует спуститься сюда по этой лестнице и увидит тут двери. И не сможет пройти, да, ребят, гениально. Тут, на самом деле, будет проход. Слушайте, я гениально придумал, это реально 100% защита. Так, окей, теперь давайте возьмем, ребят, факела. Факела. Так, где у нас обычные факела? Хопа. И сюда мне нужно теперь поставить все, так сказать, вещи для уюта, комфорта и удобства. Так, для этого я возьму печку, верстак, сундук и давайте возьму еще кровать. Да, ребята, отлично. Полиция меня точно никогда не найдет, даже если будет хорошо разыскивать. Так, отлично, значит, так, вот так. Блин, тесновато тут, конечно, но, ребят, выбирать не приходится. Мне нужно еще, знаете, что взять? Мне нужно взять еще картину, чтобы повесить ее вот сюда, вот так, и давайте вот так вот. Все, отлично. Блин, красиво выглядит на самом деле. Ух, хороший домик, даже не хочется в кузницу возвращаться. Эх, ребят, кого я обманываю? Очень хочу назад вернуться, но, к сожалению, сейчас я этого сделать не могу. Может быть, коврик хотя бы постельный, не знаю, красненький какой-нибудь, красивенький. Так, нет, встать с кровати. Так, тихо, вот, ребята, все, отлично. Давайте, знаете, теперь что сделаем? Давайте теперь как-то незаметно пройдем назад в кузницу и попробуем взять оттуда ресурсы. Че, копы еще не уехали? Че они там делают так долго? Так, ладно, давайте быстренько зайдем в кузницу и заберем свои ресурсы. Так, у меня тут их, в принципе, немного. Вот все мои ресурсы, пока что перенесем их туда. И будем находиться, так сказать, там, пока полиция нас разыскивает. Так, вроде я все взял, и давайте проверим. Полиции нет. Да, ребята, нет. Они, видимо, еще там стоят. Да, ребят, блин, как бы мне это проверить? Сюда не видно. А, давайте еще ноутбук заберу за место коврика. Вот так вот его возьму в руки. Так, полиция уехала. Нет, еще смотрите, ребят, еще нет. Вон там, видите, фара видна и... Там что-то какой-то моб даже летает. Так, все, ладно, ребята, пора выбираться отсюда. Давайте выходим. Черт, полиция! Ага, вот мы тебя и поймали. Ну давай рассказывай, зачем ты совершил это преступление? Да я ничего не совершал. Меня взломали, понимаете? Меня взломали. Не надо меня разыскивать. Меня реально взломали. Я не могу ничего с этим поделать. Извини, но нам придется тебя арестовать. А ну взять его. О нет, черт, ребята, пошли вон. Ребята, сваливаем. Так быстро, пока они не заметили, куда я спускаюсь. Так тихо. Так. Все, ребята, тихо, они меня там не ищут. Не ищут меня, а ищут.
А черт, мое лицо, где он? Все, теперь он точно настучал себе на срок. Так, все, ребята, давайте сидеть тут тихо. Я пока что с вами прощаюсь. Я вылезу отсюда, когда они уедут. Черт, ребята, у кого есть номер или знакомые в полиции Майнкрафта, то обязательно пишите в полицию Майнкрафта и пишите, что я невиновен. Вы же все это, ребят, прекрасно знаете, иначе они меня посадят явно. Они полицейские-то у нас такие. Так, ладно, ребят, спасибо большое за просмотр. С вами был я, Компот. Всем удачи, ребят, всем спасибо. И всем пока. До скорых встреч.